Футболисты нашего района не перестают радовать нас своими достижениями. Так, в турнире юных футболистов на приз «Кожаный мяч» ребята из АУ «Обличепсин» 3 года подряд становились чемпионами и призерами в разных возрастных группах. В республиканских соревнованиях в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» команда футболистов становилась победителем. В районном турнире по футболу «Кубок Содружества 2017» заняли 1-е место. Труд наших ребят не остался незамеченным. На прошлой неделе в Бличепсинской школе состоялось чествование юных футболистов. Добрый день, дорогие учащиеся, гости и все присутствующие на нашем сегодняшнем мероприятии. Наша ООО славится своими спортсменами. Ряд лет учащиеся нашей школы становятся победителями и призерами районной спартакиады школьников. А в республике по многим видам спорта учащиеся становятся победителями. Наши ребята занимаются различными видами спорта. Волейболом, тэквондо, боксом, настольным теннисом и футболом. Но особо отличились наши ребята по футболу. И вот сегодня мы собрались здесь, чтобы чествовать наших учащихся футболистов республиканских чемпионатов. Приглашаем на линейку футболистов Бличепсинской средней школы номер 5. На мероприятии присутствовали глава Бличепсинского сельского поселения Беслан Шиков, ветеран педагогического труда, председатель Совета ветеранов Битал Шишов, директор ДЮСШ Азамат Агиржаноков, генеральный директор ЗАО «Дорожно-строительное управление номер 4» Адам Ниров, выпускники Бличепсинской школы и жители аула. Футбол – самая популярная игра на планете. Сотни миллионов болельщиков всех континентов переживают события чемпионатов мира, Европы, международных кубков по футболу. Сколько эмоций, жарких споров, радости и даже огорчений приносят эти соревнования высочайшего уровня. Но и простые игры, будь то первенство города, школы, района, клуба «Кожаный мяч» не оставляют равнодушных. Этой игре покорны все возрасты. Слово предоставляется главе администрации Бличепсинское сельское поселение Шикову Беслану Мусовичу. Добрый день, дорогие наши жители, добрый день, гости. Сегодня я хотел бы поблагодарить наших футболистов, молодых юных, чтобы они впредь занимали только 1-е места в любых соревнованиях. Сегодня, чтобы продвинуть наше дальнейшее участие в соревнованиях, и чтобы достойно выступали, и в достойных формах наш меценат, спонсор, как его назвать, выпускник этой же школы 1985 года, который достиг определенных высот, решил вместе с своими коллегами, с друзьями подарить комплект футбольных форм и мячей нашим юным футболистам. Чтобы вы то же самое брали пример с него, достигли определенных высот и в свое время, чтобы тоже смогли поступить точно так же, как поступил наш выпускник высший, это Ниров Адам Мусович. Постоянно помогает в школе, очень много спонсорской помощи оказывает и никогда не забывает о родной школе, где он учился, формировался его характер и достиг этих высот, которые сейчас он занимает. Этот спортзал видел много чемпионов Республики Адыгея. Здесь мы не раз чествовали победителей республиканских соревнований по волейболу, по рукопашному бою, по баскетболу и по футболу. И вот сегодня в очередной раз мы собрались в этом зале, чтобы отметить лучших футболистов. В течение последних лет наши ребята становились победителями и призерами во многих турнирах по футболу. В турнире юных футболистов
футболистов на приз «Кожаный мяч» наши ребята 3 года подряд становились чемпионами и призерами в разных возрастных группах. В республиканских соревнованиях в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» команда футболистов становилась победителем. В районном турнире по футболу Кубок Содружества 2017 заняли 1-е место. Киржинов Дамир и Ступов Айтеч, Альхао Бекстем в составе сборной района представляли Адыгею на юношеском чемпионате России, который проходил в городе Волгограде в этом году. Приглашаем к микрофону Мирова Адама Музовича. Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые гости, уважаемые ученики, мне очень приятно, что сегодня в торжественной обстановке вы нас пригласили, и мы на этом мероприятии участвуем. Но прежде всего хочу сказать, что АУЛ Чечен всегда отличался в любых видах спорта на уровне района, на уровне Адыгеи, на уровне России. Это приятно, я думаю, каждому жителю и вам тем более. Что хочется в этот день пожелать всем ученикам, всему АУЛу, всем людям, живущим в этом прекрасном АУЛе, хочу пожелать, чтобы массово были приобщены к развитию физической культуры и спорта. Педагогическому составу, который занимается непосредственно нашим подрастающим поколением, усилия, которые прилагаются, и чтобы оно всегда оценивалось. Чтобы вы делали свое любимое дело на благо нашего АУЛа. И это всегда приносил положительные результаты. А победителям футбольной команды желаю на этом, чтобы вы не останавливались и шли семимильными шагами вперед и были нашими чемпионами. Накануне такого масштабного мероприятия, как чемпионат мира в России по футболу, вы должны быть образцом для подражания подрастающего поколения, и который будет иметь цель следующий чемпионат мира, чтобы наши личинцы были членом сборной команды России по футболу. Такое пожелание. Спасибо за развитие физической. Слово предоставляется ветерану педагогического труда и старейшине нашего АУЛа Шишеву Бекалу Бекрустановичу. Оба школьничком Чепражи, жителям Чепражи, спортсменам и творчеством из Медитаченко, на разных уровнях соревнования между жертвами из общества Чеховской, зовут за Чеховку Наче, вместе с Афиком, Наче, Мокро, Гупану, Напарну, Шахалба. Оба земличан встречали нас, Адам Мусорки, Он уже сам один из лучших учеников спортивных стран, чем факту в Москве, много висит и пяшем и хат. Я хочу Петербург, спортсмен, футболист, знаменитый член, как он уже хочет. Что он за собой не обязательно футбол живет. Он видит спорта шанс, и все все-таки надежда на 4 спортивных людей. Общефизическая подготовка, что потребует и НБ. Все улыбки Абсахава, но не для детей, за державки Абсахава дошли от имени ветерана. Желаю всем вам много спортивных достижений. Адрели, все же тут не же отвечают, как и спорт, но общефизическая подготовка, друзья. Физика Сенега, я в курсе дела все знаю. Тренеры, физкультуры, физиологи, высококвалифицированные специалисты, что пишут, когда лежат две, шаг в порядке, физиологи вещи. Педагогический коллектив, кстати, еще база, сколько хотят три, прекрасный педагогический коллектив, мистер Парк, Израиль, Жарко, Раши, успехов вам. От имени ветерана, от имени всех жильцов, Адам, как все вышло, учая кита, мы бы вас вашу начальную жителей, Слово предоставляется директору Бичексинской средней школы номер 5 Миколовой Марьяк Хусеновне. Сегодня я хочу сердечно поздравить всех, кто причастен к этой захватывающей игре, и пожелать им всего самого наилучшего. Пусть побед будет много, а поражения никогда не портят вам настроение.
а лишь помогают стать еще лучше. Отличного вам здоровья, удачи, успехов, хороших оценок и всего самого благополучного. Также хочется мне пожелать или сказать большое спасибо, огромное спасибо меценату, человеку, который не забывает нашу школу, человеку, которому, когда нам что-то нужно, он это знает, он это чувствует, и он нам помогает. Огромное ему спасибо. Это Адам Мусович. Спасибо вам огромное, что вы не забываете нашу школу. И хочется, конечно, чтобы таких меценатов было у нас намного больше. Потому что школа – это то зерно, которое мы выращиваем. Это то будущее, которое нас ждет. Поэтому хочется еще раз. Те, кто не знает, хочу сказать, что воду, которую мы провели в первых классах, вы знаете, это благодаря Адаму Мусовичу. Спасибо вам огромное. В нем парадоксы и сюрпризы есть, и высшей справедливости моменты. Здесь и победа может славы не принесть, а поражение заслужить аплодисменты. Про спорт прекрасны эти все слова, и подтвердит народная молва, что первым в нем всегда стоит футбол. Вперед, друзья! Пора забить всем гол! Дальнейших успехов вам, друзья! На этом линейка, посвященная награждению учащихся футболистов Лечебсинской средней школы номер 5, считается закрытой. Спортсмены были награждены новыми футбольными мячами и формами. Желаем ребятам новых достижений. В этот же день в фойе школы была организована традиционная осенняя ярмарка. Вся дружная школьная семья с нетерпением ждала этого дня и заранее готовилась к нему. Все классы подошли к заданию ответственно, украсили столы, нарисовали газеты, переоделись в костюмы, а главное, не было ни одного ученика, у которого было бы плохое настроение. Но главное – это вкусное и прекрасное оформленное угощение каждого стола. На ярмарке можно было купить овощи, фрукты, домашнюю кондитерскую выпечку, сладости по самым низким ценам. На вырученные деньги по решению членов детской организации планируется обновление стенда «Наши отличники».